Всем привет! В последнее время некоторые печники жалуются на геометрию кирпичепецкого кирпича. Говорят, что из него нельзя делать ровно качественные печи. В этом ролике мы с помощью обычного правила проверим, какого уровня качества можно добиваться, если делать печку хорошей техникой кладки. Многие заказчики работу печника принимают на глаз или субъективное ощущение, нравится или не нравится. На самом деле отклонение меньше 2 мм на глаз не сможет определить даже профессионал с идеальным зрением и глазомером, тем более оценивая работу печника по фотографиям. Там даже явный брак с отклонением больше 10 мм не всегда бросается в глаза. С помощью трехгранного правила, а тем более с помощью хорошего лазерного уровня, это может сделать, как говорил товарищ Ленин, даже любая кухарка. Качество моей кладки, в том числе в этом ролике, допускает отклонение не более 1 мм. Но вы, как заказчик, не должны ориентироваться на мой уровень, поскольку, во-первых, я работаю по верхней рыночной цене, и деревенский печник, делающий печи за 10 тысяч рублей, не обязан работать с таким же качеством. Во-вторых, по ГОСТу допустимо отклонение в 10 раз больше, чем у меня, и составляет 10 мм на один этаж. Насчет геометрии кирово-чепецкого кирпича, да, в последнее время он стал немного хуже, при значительном увеличении его цены. Тем не менее, он остается лучшим печным кирпичом от российских производителей, и после определенной обработки кирпича из него можно по-прежнему делать максимальное качество. Скажу больше, до 2014 года, когда появился этот кирпич, мы покупали обычный бутовый, вроде Чайковского. После этого на камнерезном станке срезали 3 его грани, и уже из такого кирпича делали качество с отклонением не более 2 мм. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца и оставил свой комментарий. Подпишитесь на этот канал, дальше будет только интереснее.